Здравствуйте, добро пожаловать на это видео Huawei P Smart. Что мне очень-очень нравится, это что у него есть гироскоп, то есть замечательно virtual reality смотреть. Вот видите, я могу. Он не настолько, конечно, стабильный, этот гироскоп, насколько, вот, например, в Huawei Mate 9 у меня был. Но все равно я рад, что он есть. Потому что, например, на моем Huawei Nova 1 у него гироскопа нет, а на этом есть. Так, у него Android 8 Oreo. Так. Что мне тоже очень-очень нравится, конечно, этот split screen. Смотреть в это время. Так, хотелось бы показать, что у него есть тоже Wi-Fi bridge. То есть, например, вот у меня иногда бывает Wi-Fi недостаточно сильный. Или у меня гости пришли, и я хочу им показать, то есть дать Wi-Fi, только не мой публичный пароль, а пароль тот, который я сам задал. Вот режим модема. Точка доступа Wi-Fi называется по-русски, в русском языке. Вот можно прочитать, что, как он делает. И он... Сейчас. Вот, нет. Wi-Fi most. Вот как называется на русском языке. На английском это Wi-Fi bridge. То есть функция Wi-Fi моста позволяет другим устройствам подключиться к текущей сети Wi-Fi и обеспечить увеличение уровней сигнала сети Wi-Fi. Так что замечательно это самое. Вот делаешь другой Wi-Fi, то есть ты берешь Wi-Fi, который у тебя есть, и делаешь другой усилитель, как бы, примерно как Wi-Fi extender, но Wi-Fi bridge. Я считаю, это просто замечательно. Можно Bluetooth модем сделать, можно тоже подключить через USB, и тогда эта функция тоже возможна. Я уже пробовал, замечательно. Что еще есть, что мне очень-очень-очень-очень нравится, это то, что у micro-USB кабеля от Huawei P Smart. У него есть support для OTG, USB OTG. То есть, например, если у тебя есть OTG кабель, on-the-go кабель, то ты можешь подключить, например, мышку или как-то очень-очень много гигабайтов storage. Есть fingerprint sensor сзади, есть NFC, чтобы платить. Вот, NFC включу. Просто фантастика. Можно Android Pay, можно Secure. Просто очень нравится. Конечно, этот split screen — это фантастика.